спортсмены, тренеры, организаторы спорта, всех вас поздравляю с наступающим праздником, днем физкультуры, днем спорта. Я занимаюсь адаптивным спортом, мои дети. Я от них получаю эмоциональную отдачу, которой, наверное, мне не хватало всю жизнь. Когда ты приходишь, и человек радуется от того, что он просто шагнул, и для него это такая вершина, такое достижение, я от этого заряжаюсь. Мне это нравится, и мне самой хочется дальше работать, развиваться. Мое развитие в развитиях моих детей. Успех учеников без победы, ну, наверное, не бывает. Хотя, на самом деле, победа, она же даже над собой маленький шаг, это уже победа. Он сегодня мяч не мог забросить в корзину, а завтра он смог и забивает. И это победа. И он рад, и сам радуется, что да, действительно, молодец, классно, у тебя получилось. Следующий шаг делаем, и будет еще лучше.